Я по максимуму откладываю это поиск документов. Я узнал, как открыть костюмчик новый, в котором мы, видимо, пробегаем все оставшееся время. Его нужно открыть с помощью автомата. В принципе, я догадывался на этот счет, но не был уверен. Так, активное расследование его. Давайте вот здесь в кафешечку зайдем. Я так понимаю, нужно прям все, даже вот в шум 2 сыграть. Ну, давайте сначала попробуем вот это. То есть первые два мы прошли. Давайте теперь контроль толпы испытания. Это, скорее всего, будет долго. Но надеюсь, это будет того стоить. Продержаться длительное время для все более сильных врагов. Это ясно. И, кстати, мы тут сможем пофармить свою ачивочку. Или не сможем. Вы, кстати, могли заметить, что у меня здоровье стало меньше. Это потому, что я вместо увеличенного здоровья взял мод на хил от дэша. Посмотрим, как оно себя покажет. Так, он умер там? Моего заряда. Я, кстати, ну я уже, по-моему, сказал, я уменьшил радиус. Бам. И вроде теперь эта штука меня не убивает. О, слабых врагов явно нужно этой штукой бить. Потому что они от нее отлетают лучше всего. Давай посмотрим, у кого взрывы лучше. Так, уже 20 из 50. А вон тут все еще 8 или уже больше? Такое ощущение, что больше. В принципе, пофиг. Я так смотрю, эта штука летит, в принципе, на бесконечное расстояние. Так что, ну, она просто медленно летит. Но, в принципе, ей можно и снайперить. Так, тихо. Не будем высовываться особо. Блин, ну чё? Чё ж ты так мало урона наносишь? И так мало зарядов имеешь? Не надо. Ау. Кто там палит? А. Ну, в принципе, это прикольное оружие. Можно так за углом даже убивать народ. Так, уже 25. Хорошо, что здесь враги считаются. О, там прям ребята хорошо собрались втроем. Одобряю. Можно там на потолок им прицепить условно. И убить обоих, но если бы они хорошо собрались. Так. Вам. Не хочу с врагами с таким хп-баром экспериментировать с помощью этого миномета. 30. А тем временем штука... Прогресс-бар наш еле-еле двигается. Ну, я не особо тороплюсь убивать врагов. Ну, блин. Вот летающие враги... Я их ненавижу. В основном из-за того, насколько они уворотливые. Мам. Где ты? Так, давай мы тебя просто захватим. Потому что так в тебя легче попасть. Тем более, что мы там прокачали. Это все... Да, и тебя захватим. Что уж там. В
принципе, летающие союзные ребята, это нам тема. Зачем я в своего кинул? Бывает. Бам. Ну блин, ну вот вообще он урона не получает. От этой штуки. Не. Бронированные уже легко впитывают. Весело. Не знаю, либо я качал все в метание удачно, либо метание это единственный способ нормально жить в этой игре. Ау, не заметил, как там мимо меня пролетела мина. Иди сюда, сладенький. Вот если бы я не снял моды на радиус взрыва, это бы меня убило стопудово. Где ты там орешь? Блин. А, что? Я вроде смотрел наверх, их там не было. Вот чуваков в стульях я всей душой ненавижу. В принципе, этот выброс может быть полезен против летающих врагов, потому что можно взрывать рядом с ними. Снаряды. То есть не обязательно в них попадать, можно просто вовремя нажать и взорвать снаряд рядом с ними. Но опять же, насколько много это урона наносит. Ну, больше, чем если промахнуться. Явно. Я думал, что у вороты будут больше хп восстанавливать. Так они нам восстанавливают прям копеечку. Но, с другой стороны, мы можем там, скрыться где-нибудь, поуворачиваться чисто для себя. И пойти дальше сражаться. Так что, наверное, не совсем хрень. Иногда такое ощущение, что у чуваков с большими хп-барами хп меньше, чем... Ау. Хп меньше, чем у врагов маленькими. Так. Ау. Свидание. Я испугался сейчас своего отражения в стекле. Ну куда ты улетел? Дедлайн, конечно, повеселее штука. Но в дедлайне я не буду пользоваться вот этой рукой, потому что она убивает явно не быстро. Там мы будем в основном метанием пользоваться. Так что было бы круто сейчас все набить. Так. Еще было бы круто не стоять в центре, когда здесь спавнится куча врагов. Блин, кроме стульчатых ребят, что ли, вообще, блин, врагов нет. Я застреваю во всех обломках. Давайте пистолет пока возьмем. Не. Блин, на секунду выглянул. Уже пол лица снесли. Вот вообще он не реагирует на этот выброс.
Давайте метанием их просто убьем и все. Глупо. Ну или пистолетом, блин. Как вас нормально бить? Не увернулся. Так, ну мы на экваторе этого испытания. Да блин. Хватит зависать. Они спавнятся, они легкие мишени. Я это уже замечал. Так, ребят, для вас у меня есть особая пушка. 40 из 50, окей. Уведомление от бюро. Кстати, еще одна ачивка, которая нам нужна, но с которой мы уже будем разбираться в рамках основной серии, так скажем. Это контрмеры бюро. То, что мы берем на точках контроля. Ау, тихо. Это то, что мы берем на точках контроля и выполняем. Типа убить там сколько-то кого-то где-то. Вот. Их нам нужно 25 штук, по-моему, выполнить. Ну, у нас там сколько-то уже выполнено. Потом я на них забью. Я хочу пушку выбить просто. Так, ну у нас там совсем немного должно остаться. Да. Бам-бам-бам. Блин, этому чуваку даже три этих. Три телекинетических снаряда не это. Вообще ничего не делают. Чуваки, дайте мне уже вас убить, и я буду пользоваться нормальными пушками. Они этой хренью, навязанной Западом, блин. Эть, присосал не то, что нужно. Чего? Кто? Что? Тут, видимо, моя штука была, которую я сам взорвал. Делай. Все, это отвень. Так, тут еще должен быть вроде пулеметчик. Да. Только где? Я тебя слышу, но не вижу. Так, 45 из 50. Блин, только не ты. Так. Нужно сосредоточиться. Бэм. Мне нравится, что у нас там много хилочек. Где ты тут вздыхаешь? Не. Так, окей. Блин, хватит летать. Так, прячемся, прячемся. Так, что тут? А, блин, ты еще. Аккуратно. Блин. Чё, мне
не подтягивается ничего. Напролом. А, у меня еще это нужно сделать. Нужно щитом убивать врагов. Да, таранить. Ну, я думаю, мы сейчас на этом не будем концентрироваться, потому что желательно нам все-таки пройти эту штуку. Это пока что приоритет. Блин. Я вас ненавижу. Так, что это было? Что? А, он там как-то застрял. Не может на меня попасть. Так, давайте от него отойдем. Блин. Так, я тебя ненавижу. Так, того можно, по идее, просто подтянуть. Ну или так. Где ты? Ну, у него не так много хп прям, на самом деле. Главное от него плюху не словить. Так, хорошо. А еще три волны этим. Ух, вас сколько тут. Возможно, тут даже мины пригодятся. Блин, меня напугала открывшаяся дверь. Чувак, а у тебя хп много, я смотрю. Ой, ё-моё. Со всех сторон. Не надо. Так. Давайте всё-таки немножко дистанцию увеличим. Ё-моё, это что было? Ну все, пойдем уворачиваться. Бесконечно фармить здоровье. А сейчас зачем в этой игре здоровье, когда большая часть атак тебя просто ванчотит? Ау. Так. В укрытие. Надо сначала это разведывать обстановку, потом думать, что делать. Так. Летающий. Чучело летающее. Я, по крайней мере, его... О, только одно вижу, фу. Слава богу, я увернулся. Так, понял. Тебя будем иметь в виду. Хотя, давайте захватим. Будешь нам показывать, где враги. О, понял. Ё-моё, а сколько там? Там сразу 3 хп бара, по-моему, появилось в одном месте. Понял, вас не один, явно.
Я путаюсь в кнопках. Шел какой там час? 35-й моей игры в эту игру. Так, ну если мы ее успеваем атаковать первой, то у нее атака сбивается. Где ты? Ё-моё! Так, одна вроде отклеилась. Она еще доворачивается. Так, быстро, быстро. Подбираем все. Ух. Надеюсь, этих хреней больше не будет. Но вот тот стул с большим количеством хп меня не радует. Окей, будем тебя просто потихоньку царапать. Сколько нам еще осталось? Один, два. Кто у нас там стоит? Ох, ё-моё, сколько здесь. Вам, в принципе, как раз эта пушка будет. Нигде не будет жаль. Так, мне не очень нравится эта позиция. Всё-таки. Ау. Ё-моё, вы чё? Вы чё, не надо? Так. Все, хватит. Хватит этой пушкой пользоваться. Да блин! Что это? Почему здесь нельзя пройти? Так. Очень не нравится мне этот стул. Пулеметчик мне тоже не очень нравится. И отклеиваться он явно не очень хочет. Ну, мелких надо тоже выпилить быстренько, потому что они тоже могут доставить нам хлопот. Так, ну у стула уже половина. ХП. Так, ребята, вы там снизу видите, да? Так, не понял. Ну давайте, выходите. Так, у этого тоже половина хп. Я бы предпочел, чтобы у одного из них было 0, а у другого 100. Ну, как получается. Будет обидно в конце умереть. Главное не накапать. Так. Один минус. Так, ну ты уже тоже все. Мне кажется, я тебе даже уже притянуть могу. А, не, не могу. А теперь могу. Так, там эта хрень. Нужно иметь ее в виду. И это вроде последняя волна. Надеюсь. Блин, это Томасси. Гребаный. Так, мне явно не очень нравится это место. И не зря. Так. Защищаемся. Блин, вот бы эта штука еще спину прикрывала. Блин.
не надо. Ау. Блин, вот знает она, когда вылезти. Ё-моё! Так, надо сначала от мелочей избавиться. Желательно. Это уже как получится, блин. Надо. Все. А, так. Вы отлетаете. Так. Что у нас в сухом остатке? О, блин, каморка. Она тут существует, чтобы я в ней застрял. Так. Надо следить за искажениями. В воздухе! Ё-моё, она тут не одна или что? Слава богу, у меня энергия была. Давай умирай. Мне не нравится этот режим. Надо эту хрень найти, чтобы спокойно уже биться с этим пародием на Томасе. Если я буду здесь стоять, она по идее... О, сама там. Я ее могу бить, пока она в инвизе, я не пойму. А, это не она вообще. Блин. Телекинез за стеной был. Я вот постоянно говорю, что не люблю это место, и постоянно в нем оказываюсь. Да, так. Эта штука мертва. По крайней мере, одна из них. Надеюсь, она всего одна. Так, ну, хотя бы щит мы можем сбивать. Телекинезом бить, пока он не в щите. Окей, понял. Страта примерно ясна. А, но он не восстановил щит. Он его не может восстановить? Оля. Или не хочет? Нет, не все. Ай, блин. Еще этот чел. Но это уже выглядит не так страшно. Так, главное хорошее место найти. Что это за лепестки там летают? Тут всякая сакура растет. Так, там еще один летающий стул. Но стул это вроде не так плохо.
Давай просто потянем. Не хочу экспериментировать. Так, ты тут дуешь. Аккуратно. Просто бегаем по кругу. Убиваем всех на своем пути. Понял? Блин, обожаю их реакцию. Ну и чё ты? Идешь? Блин, половина предметов за углом остается. Я бы предпочел, чтобы он сам сюда зашел. Он как-то не торопится. Надеюсь, ко мне сзади никто не зайдет. Этот стул явно пытается. Давайте вот сюда пройдем. Убедимся, что здесь все мелкие сдохли. Или в обратном. Или в обратном. Так. Ураганчик. Не надо. Тут часы отвалились. Я думаю, дедлайн будет полегче все-таки. И побыстрее явно. Сколько мы тут уже сидим? Где этот ураганчик? Тут. Ой, ёп! Моё! Он вообще за стеной был, какого черта? Так, пулеметчик, у тебя сколько ХП осталось? Может, ты будешь следующим? Ну, мало у него ХП осталось. Ё... Так, подождите. Тут же нет невидимой хрени, она бы меня уже настигла, правильно? Так, тихо. Устанавливаем ХП. Не, все-таки полезный мод. Энергия у нас, в принципе, быстро восстанавливается. Мне еще, по-моему, мод на как раз скорость восстановления энергии. Не зря. Так, стул, ты что тут забыл? Ой, блин, еще. Блин. Так, хилимся. И эта штука, которая восстанавливает нам ХП за дэш, еще позволяет нам экономить то ХП, которое у нас валяется на полу. Блин, хочется уже этого пулеметчика убить, потому что он нам локацию менять хорошо не позволяет. То есть остальные ребята, они достаточно медленные и бьют в основном вблизи. Ну или у них атаки медленные. А этот как начнет палить. Так, отлично.
Теперь я бы разобрался с тем, что по полу ходит. Логично? Так. Он не умеет сюда заходить, что ли? Я не понимаю. Ну, тогда давайте. О, блин, что это было? Вдруг в это он научился заходить. Когда я начал стрелять из этого миномета, он решил ко мне вплотную подойти, чтобы он мне в лицо взорвался. Хорошо, что тут есть какая-то ваншот-защита, что ли. Давайте восстановим ХП. Хорошо, что я этот мод все-таки взял. Так, отлично. Ух, остался только стул. И это уже последний, я так понимаю. Стул мы будем, видимо, просто... просто из пистолета выпасть. Но у него не так, кстати, много ХП, если... если есть возможность постоять на месте, то он, в принципе, быстро отклеивается. Мне, по-моему, моды какие-то на повышенный урон в голову. Отлично. Фу, это было жестко и долго. Я думаю, остальные испытания не такие долгие. Сейчас посмотрим. И, кстати, смешно, что я эту... ачивку-то так и не получил. Так. Ну, ачивку. За убийство выбросом. Дедлайн испытания. И чем он будет отличаться? Большое количество врагов надо будет убить. А, три дополнительных секунды она теперь дает. Окей. Так, то есть нужно одного врага в 3 секунды убивать. Ну, тут, в принципе, враги в основном несложные. А, так что нормально. Ну, я сказал, что не буду пользоваться этой штукой, но пользуюсь. Во. Да. Теперь не буду пользоваться. Теперь пистолеты метания. Что, тут сзади кто-то был? Нет. А где? Да, мне определенно больше нравится, когда много врагов, и они быстро умирают. Только у меня есть ощущение, что я немножко не успеваю. Давай уже отмирай. Ау, ничего себе вы. Сложно. Особенно, когда начинают спавниться враги потолще. Блин. Не успел. Но там не очень много осталось. Я много где протупил.
Сейчас попробуем еще раз. Это было сложнее, чем я думал. У меня получилось с 4-го или 5-го раза. Я попробовал вращение. Оно бесполезное. Оно вообще бесполезное. Это типа... Я вот видел, люди еще ходили с дробашами. Вроде это такое популярное оружие. Возможно, стоит его попробовать. Это осколки, да? Правильно? Кумулятив — это снайперка. Осколки. Шанс на возмещение боеприпасов. Камон. Так, рассеивание. Стоимость, урон при попадании в голову. Ага. Вот, рассеивание минус 100 — это клёво. Выпускаемых боеприпасов плюс 6 — тоже норм. Что тут еще? Шанс на возмещение боеприпасов, рассеивание. Ага. Урон. Темп огня. Темп огня — это интересно. Рассеивание — тоже интересно. Давайте темп огня возьмем. Как оно вообще? Ну, выглядит мощно. Учитывая... Ну, с увеличенным темпом огня.